Астанае предстоящее повышение зарплаты пособий не оставило равнодушным никого. Но особый прилив эмоций у ветеранов труда и спорта. Люди, которые в прошлом множили спортивную славу страны, чувствуют, что не остались без заботы государства. Завтра буду получать гораздо больше солидную пенсию, чем, допустим, получаю сегодня. И хочу сказать, что в этом, я полагаю, что большая заслуга моего президента. Индексация всех коммунальных услуг и прочее просто необходима. И наши бюджетники, так сказать, это и пенсионеры, естественно, государственные служащие и прочее, это и врачи, преподаватели, естественно, будут этому очень рады. И я думаю, что этот шаг очень нужный и своевременный.